Командор, орки нанесли удар по очередной уязвимой точке. Нападением руководит мощный орк по имени Гатренча. Его наверняка кто-то навел на эту цель, но, скорее всего, он об этом не подозревает. Ваши отряды должны уничтожить его, пока он не наделал больше вреда. Продолжайте искать зацепки относительно того, кто может манипулировать им. Местоположение Гатренча указано на вашей карте, командор. Вам придется пробиваться через орков, которые его защищают. Вижу цель. Только будьте бдительны. Мой суд вершится в сумерках. Братья, нам нужно.
За мной! Тактические десантники готовы. Не теряйте бдительность. Будьте бдительны. Обнаружены солдаты врага. Командор, вы рядом со стратегически важной станцией связи. Захват этой станции позволит нам лучше контролировать планету, командор. Эта станция хорошо защищена. Захватить ее будет непросто. Зеленая волна готова на рискованную. Генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Вперед! Выдвигаюсь! Скорбоки бдительны! Thank you.
Будьте готовы, братья. Братья, перед нами противник. Меняем позицию. Они стреляют. Куда отойти? Даркус ждет приказов. Меняем позицию. Солдат его, будьте бдительны.
ваши братья. Нам нужно идти. Чем? Направляюсь туда. Скайп, будьте бдительны. Через моих парней, да? Похоже, придется самому тебя убить. Цель обнаружена. Мы твоя смерть, зеленокожий. Граната! Пойдем со мной, братья, вперед! Ваши бошки подшибаю. Сосредоточиться! Приближается ударная волна! Орк, наконец-то, мертв. Готовы к эвакуации, командор. Победа — лишь прелюдия к следующей битве. Отлично, командор. Смерть Гатренчи ввергла его банду в панику. В останках орков Скайкила и Гатренчи вы нашли важную улику. Оба они недавно были на шахте Фелхаммер в горах за пределами Аргуса.
Кто бы ни направлял орков, их база должна располагаться в шахте Фелхаммер.